Так, всем здравствуйте, всех с праздником 1 мая. Сегодня хочу курочек показать. Сейчас вот почистил у них. Не чистил год, опилки подсыпал. Вывез сейчас 17 тележек таких садовых навоза. Сантиметров 30 было навоза. Объединил молодочек. Вон ходит рыженькая одна с черным хвостом. Голубенькая доминант. Вот эта вот кокадлерская. Две на улице там еще. Сейчас старушки весна пришла. Тоже вроде нормально занеслись. В общем, 8 кур старых. Они где-то 5 яичек, 4 дают. Вон как едят. Там сейчас мешанки им дал. Там от рыбы, от копченой шкурки, креветки. Все перемесил, хлеб старый. Салат какой-то там отдали мне. Вот, все едят. Несутся хорошо. Зелень. Сейчас даю крапиву, одуванчики. Вот креветки они обожают. И от рыбы. Завтра будут яйца крупные. Зерносмесь. Песочек кварцевый стоит, вода. И гуляет выгул небольшой. Петух привез этих молодых, петух заболел у меня. Стоял вообще, крылья опустил. Я думал, все. Люголью его брызгал и крапиву зоб набивал. Прямо свежую. Ну вот отошел, есть начал. А сейчас антибиотиком заливаю. Сейчас покажу какой. Так, вот в холодильнике был. Окситетрациклин. Хорошо помогает. Вот уже третий день ему в клюв прям капаю, открываю рот. И есть начал. Он ест. Сейчас придет в себя. А то пена изо рта. Ну, это как кур приводишь все время. Может быть, инфекционный бронхит или что-то. Зараза какая-то. Так что пошел на поправку. Ну, на этом все. Всем всего хорошего. Вон молодочки шкурки от рыбки таскают. Любимое блюдо. Вон, хоп, съела. Надеюсь, скоро занесутся. Уже вот у голубеньких гребешки полезли. А и у этой уже полез он гребешок. Сейчас, наверное, в мае должны. Он какой жадностью едят. Их старушки гоняют. Красавицы. И кошка с ними здесь тоже ест. И креветки, и рыбку он вытаскивает. На этом все. Всем всего хорошего. Подписываемся на канал, ставим лайки.